своей речи о достоинстве человека, написанной около 1486 года, юный флорентийский гуманист Пико делла Мирандола провозгласил своеобразную осанну роду человеческому. Человек наделен самыми счастливыми свойствами и не знает себе равных среди других земнородных тварей. Человек – единственное существо, которое обладает свободой воли и способностью определять свою суть и предназначение. Благодаря этим качествам, получающим должное развитие, человек может стать вровень с ангелами. Именно поэтому, восклицает Пико, человек справедливо славит и прозывается великим чудом природы и существом воистину дивным. Лет 8 спустя Себастьян Брандт выпустил первое издание своей стихотворной сатиры «Корабль дураков», высмеивающий человеческие пороки, слабости и недостатки. «Весь мир живет во тьме ночной», — седует Брандт, влачаясь в греховном ослеплении. А между тем, повсюду и везде, от дурака нам нет спасения. Разница мировосприятия огромна, но вполне объяснима. Мысли Пико отражают оптимизм итальянского возрождения и безграничную веру в способности человека, тогда как Брандт, подобно большинству своих современников из стран Северной Европы, по-прежнему живет во мраке Средневековья. У этой эпохи был свой, куда более мрачный взгляд на природу человека, растленную первородным грехом. Человек едва-едва сопротивляется своим дурным наклонностям, а потому скорее опустится до уровня скотов, нежели поднимется вровень с ангелами. Именно такой средневековый подход заставил Босха перетолковать на свой лад евангельский эпизод ткани Галилейской, а затем еще более сознательно и решительно развить свои представления в произведении, названном «Семь смертных грехов и четыре последние вещи». И здесь условия человеческого существования и сама судьба человечества представлены серией композиций, вписанных в окружности. Посередине ряд концентрических кругов – это глаз Бога, всевидящее око, в зрачке которого изображен Христос, восстающий из гроба и показывающий свои раны. Под зрачком надпись «Берегись, берегись, Бог видит все», а то, что Он видит, отражено на внешнем круге Его глаза забавными сценками из повседневной жизни. Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название, но, как и в картине «Esse Homo», эти надписи можно счесть лишними. Нет надобности пояснять, что человек, жадно пожирающий все, что ставит на стол хозяйка, совершает грех чревоугодия, а упитанный господин, дремлющий у камейка, грех лени. Именно в этом упрекает его уходящая в комнату женщина с четками в руках. Любострастие воплощают несколько влюбленных пар. Гордыню дама, любующаяся своим отражением в зеркале, которое держит перед ней дьявол, принявший обличие горничной в невероятном чепце. Подобные же жанровые сценки иллюстрируют гнев. Двое мужчин дерутся у дверей таверны. Алчность – судья берет взятку. Зависть – проигравший истец злобно взирает на своего удачливого соперника. Приземистые, коренастые, неуклюжие фигуры персонажей нетипичны для творчества Босха. Равно как и плоскостные, лишенные перспективы поверхности, четкие контуры, яркие, без полутонов, колорит, выдержаны в зеленовато-охристой гамме. Несовершенство исполнения заставляло историков искусства причислять столешницу из Прадо к ранним работам художника, однако исследования последних лет показали, что определенные детали одежды изображенных вошли в моду и обиход не раньше конца 90-х годов 15 века.
Вероятно, столешница «Семь смертных грехов» была создана в середине его жизни, около 1485-1500 годов, и вышла из стен его мастерской. Самому же Босху принадлежит общий композиционный замысел, а его участие в работе свелось к тому, что он написал несколько кусков, отличающихся более высоким качеством исполнения, всю сценку «Алчность» и некоторые фигуры в зависти. Круговое расположение семи смертных грехов соответствует традиционной схеме. По мнению многих исследователей, возникающая ассоциация с крутящимся колесом символизирует повсеместное распространение греха. Однако этот мотив был обогащен и усилен, когда Босх превратил кольцевую композицию во всевидящее око, где отражается все предстающее ему. Впрочем, в этом отношении у Босха было много предшественников. Уподобление божества зеркалу часто встречается в средневековой литературе. О том, что люди, забывшие или отринувшие Бога, имеют всякие основания бояться его взгляда, свидетельствуют надписи, развернутые над и под центральными изображениями. Верхняя гласит: «Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет». На нижней написано: «Сокрою лице мое от них, и увижу, какой будет конец их». Второзаконие, глава 32, стих 28-29. Конец этот, безо всяких недомолвок, изображен в четырех круговых композициях по углам панно, где представлены смерть, страшный суд, рай и ад. То есть четыре вещи, которые по понятиям Босха и его современников являются главными и окончательными для всех людей. Дионисий Картузианец, проведший последние годы жизни в одном из нидерландских монастырей, популяризовал эти воззрения. Технически эти сценки выполнены еще более примитивно, чем сценки, иллюстрирующие семь смертных грехов, и явно принадлежат кисти кого-то из учеников и подмастерьев Босха. Нас с вами может неприятно поразить сознание того, что Бог с неба ведет наблюдение за человечеством. Однако людям эпохи Средневековья это, очевидно, помогало удерживаться от грехов. Немецкий гуманист Якоб Фелинг рассказывает, что одной только надписи «Бог видит все», выбитой над порталом Эрфуртской церкви, оказалось достаточно, чтобы отвратить его от юношеского беспутства и наставить на путь истины. Изображенное Босхом око должно было производить подобное же действие. В этом зеркале, отражающем семь смертных грехов, зритель видит и собственную, изуродованную пороками душу. Одновременно предлагалось и средство исцелить ее. Это образ Христа, запечатленный в самой деснице. Вероятно, босховская столешница, находящаяся в Прадо, задумывалась как своего рода пособие для благочестивых размышлений. В рамках своей темы столешница «Семь смертных грехов» охватывает всех представителей рода человеческого, каким бы слоям общества те ни относились. Однако героем алчности художник делает судью мздоимца, одного из тех, кто по должности особенно склонен к этому греху. В других своих произведениях Босх усиливает критику по отношению к определенным социальным слоям и сословиям, виновным в одном или нескольких смертных грехах. Он бичует шарлатанов и мошенников, не давая, впрочем, пощады и тем, кто по собственной глупости и легковерию стал их жертвой. Праздным монахам и монахиням, богачам, больше озабоченным приумножением собственности, чем спасением души. Все это находило отзвук в проповедях и сатирической литературе той эпохи.
Одна из картин «Фокусник» относится к раннему этапу творчества Босха, о ней мы уже говорили, хотя изображенная там не подпадает под определение ни одного из семи смертных грехов, создавалась панно с явным намерением поднести зеркало к еще одному человеческому пороку – легковерию. Этому же свойству человеческой натуры Босх посвящает другую свою работу – «Исцеление глупости». Однако в ней сильнее выявлены черты аллегории. Изображенный на фоне красивого пейзажа хирург извлекает из головы пациента какой-то предмет. При этой операции присутствуют монах и монахиня. Не исключено, что в работе над картиной принимал участие кто-то еще. Неуклюжие и невыразительные фигуры написаны не слишком искусной кистью. Но одному лишь Босху было под силу создать на заднем плане этот тонко прописанный ландшафт, напоминающий его же ранее произведение «Поклонение волхвов». Круглая форма картины снова вызывает ассоциацию с зеркалом, на раме которого затейливой каллиграфической вязью выведены слова «Доктор, камень вынь сейчас, а зовусь я Люберт Дас». В эпоху Босха практиковался вид жульничества. Врачи-шарлатаны брались излечить кого-нибудь от глупости, якобы удалив из его головы камень дури. К счастью для легковеров, все это было лишь ловким трюком. И в литературных разработках этого же сюжета пациент после операции становился еще глупее, чем прежде. В нидерландской литературе имя Люберт было почти нарицательным синонимом олуха и тупицы. Эту тему разрабатывали и нидерландские художники следующих поколений, в том числе и Питер Брейгель-старший. Таким образом, Босх взял довольно расхожий сюжет. Но ни одна из сохранившихся версий картины не объясняет, почему на голове у лекаря-шарлатана железная воронка, а у монахини книга. Почему вообще монахи присутствуют при операции? Хотя сам факт того, что они потворствуют мошенничеству, выставляет их в весьма невыгодном свете. Следует отметить еще, что предмет, извлеченный хирургом, оказывается не камнем, а цветком. Точно такой же цветок лежит на столе справа. Бакс считает, что это тюльпан, и объясняет это тем, что в староголландском языке слово «тюльпан» было созвучно с одним из определений глупости. Гораздо более явное осуждение духовенства сквозит в так называемом «корабле дураков», относящемся к зрелому периоду творчества Босха, изображающем плавание монаха и двух монахинь или белиц, еще не принявших постриг, в компании нескольких крестьян. Корабль представляет собой диковинное сооружение, мачта ему служит живое, покрытое листьями дерево, сломанная ветка рулем. Справа на импровизированных вантах пристроился шут в дурацком колпаке. Фигура шута заставляла многих историков искусства усматривать связь между находящейся в Лувре работой и книгой Себастьяна Бранта «Корабль дураков», еще при жизни автора, выдержавшей 6 изданий и переведенной на несколько языков. Вероятно, и Босх был знаком с этой сатирой, но вряд ли она послужила ему творческим стимулом. В средние века корабль был одной из самых распространенных метафор. Например, расхожим был образ корабля церкви, которым управляют прелаты и клирики. Они везут и благополучно доставляют христианские души прямо к вратам рая. Гийом де Гюльвиль в своем «Паломничестве человеческой жизни» создает образ корабля религии. Его мачта символизирует распятие, а команда укомплектована представителями различных монашеских орденов. Эта знаменитая книга в переводе на голландский язык вышла в 1486 году в Харлеме, и потому возникает искушение представить картину Босха, вероятно читавшего ее, как пародию.
На развивающемся розовом флаге изображен не христианский крест, а мусульманский полумесяц, а из гущей листвы выглядывает сова. Двое мужчин и женщина, якобы удалившиеся от мира и затворившиеся в монастыре, пренебрегли своим духовным долгом и присоединились к общему разгулу. Монах и монахиня, аккомпанирующие на лютне, похотливо горланят песню, напоминая влюбленные пары со средневековых изображений сада любви, для которых музицирование было прологом к любовным забавам. Грех любострастия символизирует другие традиционные атрибуты – блюдо с вишнями и висящий за бортом металлический кувшин с вином. Отметим, что его же босс использует в столешнице семь смертных грехов. Грех чревоугодия недвусмысленно представлен персонажами веселой пирушки, один из которых тянется с ножом к жареному гусю, привязанному к мачте. Другой в приступе рвоты перевесился за борт, а третий гребет гигантским черпаком, как весло. Высказывались мнения, что мачта в виде дерева соотносится с так называемым майским деревом, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны, времени года, когда и миряне, и духовенство склонны приступать моральные запреты. И, наконец, о том, что это за корабль, красноречиво свидетельствует фигура шута, жадно пьющего из чаши. На протяжении столетий придворному дураку позволялось высмеивать нравы и мораль общества. Именно в этом качестве с середины 15 века появляется он на гравюрах и картинах в своем дурацком колпаке со слиными ушами, держа в руке жезл, увенчанный резным изображением собственной ухмыляющейся физиономии. Он часто резвится среди любовников и гуляк, указывая им на их беспутное поведение. Вспомним композицию «Любострастие» на столешнице «Семь смертных грехов». Издавна считалось, что любострастие и чревоугодие были особенно свойственны монахам, и в XV веке в адрес монашеских орденов стали все чаще звучать обвинения, что они-то и есть рассадники этих пороков. Это был период, когда стремительно появлялись новые и новые обители, причем многие из них поддерживали свое существование, организуя разного рода мануфактуры. Трудно с полной определенностью утверждать, что разврат, несмотря на неоднократные попытки реформировать монастырскую жизнь, процветал у них сильнее, чем прежде. Однако, ясно, богатство монастырей и неизбежная конкуренция с городскими ремесленными гильдиями приводила к их конфликту со светскими властями. Хертоген-басиации города делали все от них зависящее, чтобы ограничить собственность и умерить экономическую активность обителей. Нечто подобное происходило и в других городах, но на родине Босха ситуация особенно обострилась из-за того, что непропорционально высокое число жителей составляли члены различных религиозных общин, братств и прочих. Именно этим следует объяснить, почему так часто и непримиримо Босх ополчался против распутного поведения монахов обоего пола, что заметно не только в «Корабле дураков» и «Исцелении глупости», но и в более позднем произведении «Воз сена». Глубинную внутреннюю взаимосвязь чревоугодия и любострастия, существовавшую в средневековой системе морали, Босх выявляет еще в одной своей картине, которая, впрочем, напрямую не обращена к изображению монастырского быта. Это фрагмент картины из Йельского университета. Чревоугодие воплощено в образах купальщиков, собравшихся вокруг большой винной бочки, верхом на которой сидит пузатый крестьянин.
держа на голове блюдо с мясным пирогом и ничего из-за этого не видя, еще один персонаж подплывает к берегу. Справа в шатре сидят любовники. Это еще одна отсылка к сценке любострастия из «Столешницы». Они пьют вино. «Без даров Церера и Вакха зябнет Венера». Этот стих Теренция был хорошо известен в эпоху Средневековья. Правоведники и авторы моральных поучений неустанно внушали своей пастве, что чревобесие и пьянство – мать блуда. Человек упорствует в своих заблуждениях даже в смертный час, когда решается, будет ли он обречен на вечные муки преисподней или обретет вечное блаженство в раю. Таков сюжет картины «Смерть скупца», где запечатлена узкая высокая спальня, в открытую дверь которой уже заглядывает смерть. Ангел-хранитель, поддерживая умирающего, пытается обратить его взор к распятию в оконной нише. Однако человек всецело занят помыслами о тех материальных богатствах, с которыми ему сейчас суждено будет расстаться. Одной рукой он машинально тянется к мешку с золотом, который протягивает ему высунувшийся из-под полога бес. Другой бес с едва обозначенными крыльями облокотился на барьер, переброшенный через него красной мантией и прислоненным к нему рыцарским мечом. То и другое должно указывать на власть и высокое положение, который также теряет человек, уходя в мир иной. Битва ангелов и бесов за душу умирающего представлена и на столешнице. Там тоже появляется традиционно изображаемая смерть со стрелой в руке. Thank you.
и обе композиции служат своеобразными иллюстрациями к популярной в XV веке богословской книге «Искусство умирать», многократно переиздававшейся в Нидерландах и Германии. В этом маленьком руководстве описываются искушения, которыми одолевает умирающего легион бесов, собирающийся у смертного одра, и то, как его ангел-хранитель всякий раз дарует ему утешение и силы противостоять им. В книге победу одерживает ангел, торжествуя, он-то и возносит душу на небеса, тогда как дьявольская рать бессильной злобе завывает внизу. На картине Босха исход этой битвы еще далеко не предрешен. В изножье кровати стоит кованый сундук, а в нем кубышка, которую держит дьявол, и старец, вероятно, сам умирающий скупец, кладет туда золотую монету. О висящих у него на поясе четках он даже не вспоминает. Смерть не меньше, чем глупость, занимала помыслы человека на исходе Средневековья. Это же было темой бесчисленных нравоучительных трактатов, и этот же болезненный интерес проявляется в изображении скелетов, хватающих свои жертвы в сценах пляски смерти или изваянных на могильных памятниках, и кажется, что они твердят живым излюбленную фразу той эпохи: «Я был таким, как ты, ты станешь таким, как я». Но эта одержимость идеей смерти соединялась с еще большим ужасом, твердой убежденностью в том, что после распада физической оболочки человека его душа продолжает существовать и, быть может, обречена на вечные муки ада. И, вероятно, свой важнейший вклад в сокровищницу мирового искусства Босх унес тем, что запечатлел загробную жизнь души и страдания, которые суждено претерпеть ей в потустороннем мире.